Ну а в Тернейском районе все еще ликвидируют последствия тайфуна Лайн Рок. В ожидании весеннего половодья здесь расчищают устья рек. А за ходом работы наблюдал мой коллега Данил Макарычев. Шумит техника, бульдозер грейдирует лесополосу. На грузовик погружают бревна. В поселке Терней расчищают притоки рек. Последствия тайфуна Лайн Рок ликвидируют до сих пор. Работе мешают большое количество деревьев. Стихия ломала их и раскидывала. Теперь до начала схода рек с гор нужно успеть провести восстановительные работы. Ну, конечно, определенная ответственность. Здесь все-таки здесь жители живут, дома. И может затопить в любой момент. В результате дождей или паводков. Тайфун оставил аварийными 5 объектов – дамбы, мосты, русло рек. Большинство уже восстановили. Финансирование выделили из бюджета края. Вдобавок к этому в зону ЧС пришли деньги из Москвы. Смогли найти деньги и в местном бюджете. На эти средства восстанавливают дороги. Маленький объект, но там уже мелочевка такая по дорогам. Это у нас дорога, улица. Нагорная есть в районе пожарной части, там ее размыло. Там, ну, там 70 тысяч рублей, это можно сделать и своими силами. Всего от Лайнрока в Тернее пострадали более 150 подворий. Местным жителям выплатили компенсации. На это краевой бюджет потратил почти 30 миллионов рублей. Данил Макарычев, Денис Семисинов, «Панорама».